Есть, приятель! Охотники повержены! Трижды ура Бугу! Могучему Гризли! И Эллиоту, чудесному, безумно красивому оленю. Парень! Нет, нет, это не я. Мы сделали это вместе. Охотники не знали, кто их поразил. Что ж, ты свое дело сделал. Что будешь делать теперь? Ну, для начала я должен вернуться домой. Ну вот, Бук, впереди новая жизнь. Ты, я, это твоя девушка в шортах. Как же мне хочется попробовать ее печи. Что это было? Ружье? Шор. Считаешь, что ты побывал в лесу первый и последний раз в жизни, Мишка? Из твоих дружков я сделаю чучело, а пол мне будет согревать твоя шкура. Ну вот, будь паинькой, стой спокойно, чтобы я смог тебя подстрелить. Надо его как-то сбить. Прячься, но тебе не сбежать. Попрощайся с друзьями, Пуза. Привет. Теперь ты мой. Ну, хватит поясничать. Медведь, скажи, спокойной ночи! Нет! Эллиот? Нет! Развлечение белок – это полезное занятие. Да уж, отлично. Что ж, подеремся. Ты ведь слышишь меня, медведь? Знаю, ты все понимаешь. Это подойдет за дело. Хой! Я же классная боевая башня. Но тебе не сбежать. Они у меня попляшут. Теперь ты мой! Даже целиться не буду! Замечательно! Пора отомстить! Подойдет! Забыл, как люди веселятся? Заметь, давай! На этот раз твоя подружка тебя не спасет!